гуляю в Форестах, учусь в 4 классе, в 14 школе. Я расскажу про своего прадеда Романа Флаврентий Васильевич. В годы Великой Отечественной войны воевал на Белорусском фронте пулеметчиком, командовал пулеметным расчетом, был ранен в городе Польша под городом Гранск, награжден медалью за отвагу, значком «Отличный пулеметчик», я горжусь своим дедом.